Тюменских предпринимателей учат быть более эффективными. Накануне в мультицентре «Контора Проходства» участники конкурса «Тюменская марка» прошли мастер-класс по тайм-менеджменту. Как успеть все и какие еще вопросы интересовали бизнесменов, узнала Мария Павленко. Эффективный тайм-менеджмент – секретный ингредиент успеха любого предпринимателя. Умение грамотно распределять драгоценные секунды – это суперспособность, которая помогает успевать, быть продуктивным, а главное – соблюдать баланс между работой и личной жизнью. На мастер-классе участникам рассказали о способах планирования, анализа и контроля своего времени. Большую часть лекции посвятили ответам на вопросы. Самый часто задаваемый вопрос – существует ли вероятность того, что, используя тайм-менеджмент в жизни, на работе и везде, где бы то ни было, человек становится роботом. Я всегда этот стереотип ломаю, пытаюсь ломать и объяснять людям, что наоборот, у вас становится времени на все достаточно, то есть вы успеваете в этой жизни все. Бизнес-тренер отмечает, что навык будет полезен каждому человеку, но особенно он необходим индивидуальным предпринимателям, а также руководителям крупных и средних компаний. Лишнего мастер-класса не бывает. Поэтому новые люди, новые знания, они всегда в работе помогают и двигаться, и работать на опережение своих конкурентов. Поэтому вот и посещаем мероприятия, чтобы быть на шаг впереди других. Кроме того, программа конкурса «Тюменская марка» включает круглые столы и бизнес-тренинги на темы лидерства и управленчества. Посещать их участники будут до конца октября. Мария Павленко, Евгений Доценко, Тюменская служба новостей.